Она на двор, он со двора, такая уж любовь у них, а он работает с утра, всегда с утра работает, а он и знать ее не знал, а он считал пропащею, а он носился и страдал идею. Навязчиво шмыл у ней отец полковником, а у него пожарником. Он, в общем, ей неровня был, но вел себя охальником. Роман случился просто так, роман так странно начался. Он предложил ей четвертак, она давай артачиться. А черный дым все шел и шел, а черный дым взвивался вверх, а так им было, ой, бля, хорошо. Любить ее он клял совет, а клены длинные росли, считались колокольнями, а люди шли, а люди шли, путями шли оковинными. Какие странные дела у нас в России лебятся. А как она ему дала, расскажут, не поверится. А после дела темного, а после дела крупного, искал места укромные, искал места уютные. И если бы наша власть была для нас, для всех понятная, то счастье она нашла, а нынче жизнь проклятая, то счастье она нашла, а нынче жизнь проклятая.